Всем привет! И наконец-то я добрался до новых заказов. И сегодня я хочу с вами поделиться своим новым заказом из компании Unice Multibrand по 13-му каталогу. Кому интересно такое видео, приятного вам просмотра, буду очень рад, если вы со мной останетесь до конца. И начнем, наверное, из масок тканевых для лица. Была хорошая акция в этом каталоге. Если вы берете две маски по нормальной цене, то третья маска идет как в подарок. Ну, получается так, что каждая маска идет по 28 гривен. Очень хорошая цена, и за это у меня приобрели. Первую маску я вам показываю. Ну, это у нас идет серия Petite Maison. Это изготовитель у нас идет Турция. И это у нас идет маска бодрящая. Также способ применения этой маски, как всегда, просто-напросто на очищенное лицо наносим эту маску, держим 15 минут, потом снимаем, и остатки маски мы просто массажными движениями по лицу промакиваем, чтобы вся жидкость, которая осталась на лице, впиталась в вашу кожу. И на этом способ применения закончен. Так что у меня такие есть, но я еще их и не пробовал, и понятное дело, что такие маски буду именно делать вместе с вами в обзорах. Так что надеюсь, что маски будут достойны. Это еще плюс это Турция, так что должно быть все хорошо. И в каждой маске идет по 25 миллилитров. За это у меня приобрели такие вот две масочки. Я же говорю, просто что получается, что хорошая цена на маски, то почему бы не приобрести? Так, следующая маска у нас идет уже вот такая, также такая же самая серия. Мне вообще таких не упаковки нравится, я просто от них без ума. Это у нас идет маска увлажняющая, вот, и способ применения тот же самый. Так что тоже приобрели вот таких вот две упаковки. Вот, но я же говорю, что упаковки шикарные, и надеюсь, что маски сами по себе также будут очень-очень хорошие, потому что бы хотелось бы, чтобы были хорошие. Но опять и в обзорах со мной все пройдет отлично, так что потом будем с огромным удовольствием тестировать все эти маски, потому что я уже давным-давно уже хочу потестировать, но пока не могу, потому что хочу вместе с вами. Следующая маска, также вот с этой серии, тут уже более она уже темная маска, это идет у нас очищающая маска с активированным углем. Вот, и способ применения тот же самый. И также приобрели такие вот две штучки. Так что я же говорю, получается, что 6 масок, и каждая маска стоит теперь, ну, получилось по 28 гривен. Хорошая акция, хорошее предложение. Почему бы не воспользоваться таким вот предложением? Это, конечно же, просто-напросто круто. Так, следующее, что хочу показать. Также и шла у нас акция. Если видно, что на каталоге на обложке у нас подкова. И сидит девушка на подкове, да, и у нас хорошая идет акция именно с этой подковой. Если вы с каталога приобретаете на сумму 130 гривен, вы можете приобрести любой продукт, где есть значок именно возле этого продукта подкова. Там нарисована эта подкова. Тогда вы можете взять ее по очень хорошей цене. И за это у меня, слава богу, было на сумму 130 гривен. И за это вот именно получилась новинка всего лишь за 70 гривен. Очень хорошее предложение. Также у меня приобрели. Это у нас идет лосьон для тела. Это новинка этого каталога. И как раз он и шел в акции по поводу подковы. Серия Флормар. Думаю, всем знакомая компания. Это изготовитель Турция. И также это у нас идет именно лосьон из оливковым маслом. И также здесь идет у нас 150 миллилитров. Я же говорю, что 70 гривен, потому что так он стоит дороже, если без акции. Так что решили, вот и меня подруга решила приобрести. Так что я надеюсь, что ей понравится этот лосьон и останется в восторге. Также сейчас я попробую посмотреть. Так, здесь ничего нету, никакого скотча. Ну, кажу скотча, господи, этого слюды нету и нету никакой фольги. Сам по себе он идет такого вот, видно, белого цвета. И аромат, ой, очень вкусно пахнет. Ну вот,
Не знаю, я так прям не знаю, может, как и распределяться будет по теле, может, будет и нормально, но то, что, ну, аромат, ну, сейчас я попробую, мне очень интересно, аромат на теле как будет, потому что если вот в тюбике, да, нюхать вот этот аромат, он очень вкусно пахнет зеленью, ну, оливками вообще не пахнет, а зелень свежая такая вот слышу, так что сейчас мы попробуем. Ну, такой вот консистенция идет такая вот средняя, не плотная и не очень такая вот прям жидкая, средняя консистенция. Вот, ну, такой прям, очень легко не впитывается. Как я привык, что когда мы мажем кремами для рук, как-то вот распределяешь, и он очень быстро впитывается. А этот нет, этот не хочет впитываться. Он такой вот жирненький, он не впитывается. Я так понимаю, что этот крем очень будет лосьон для тела, да? Он будет очень хорошо подходить, у кого очень сухая кожа. Потому что я так понимаю, что у меня не сухая кожа, то за это он у меня так, наверное, сильно и быстро и не впитывается. Потому что я вот тру-тру, а у меня все равно, вот видно, да, сразу, что все равно это все у меня осталось еще на коже, и ничего, оно еще пока не впитывалось. Я так понимаю, что надо тереть очень долго, долго и нудно, чтобы это все впиталось. Ну вот сейчас уже, вот я чувствую, что уже, наконец-то, уже пропиталась, впиталась, или я уже втер, я уже не знаю, что я сделал, но уже, слава богу, все, убрал. Даже я чуть-чуточку взял, а объем очень хорошо распределяется. Очень быстро так прям по всей руке распределился. Ну, очень тяжело, конечно же, впитывается. Но опять же, зависит, наверное, от кожи. Наверное, все-таки для сухой кожи подойдет самый-самый раз. Ой, вот, и аромат, опять же, я оливки не слышу, более слышу свежий, зеленый такой вот аромат. Ну, вкусный зеленый аромат. Так что такой ненавязчивый и приятный аромат. Вот. Ну, слава богу, хоть впитала. Так, следующее также у нас идет и лосьон для тела, также это у нас идет и новинка. Вот, и это у нас идет и так, потому что тут перевода нету. Сейчас попробую как-то тут найти русский перевод сзади. Так, это у нас идет с маслом сладкого миндаля и виноградной косточкой. Так. Это у нас также идет и смягчающий, питательный, и также он подходит для сухой кожи. Вот, и также здесь идет у нас еще масло ши. Такой же самый Флормар, также 150 миллилитров, такая вот упаковка, и также по акции 70 гривен. Также идет у нас белого цвета, давайте на вторую руку. Так, господи, чтоб еще меньше взять, потому что буду еще полчаса тереть. Так, это я поставлю сюда. Так, сам по себе он вот такой. Такой же самый, как и тот. Также средняя консистенция. Вот. И опять же, очень долго нужно втирать это все. Так, я, наверное, пока отлучусь, потому что так вот стоять тереть полчаса, как-то вот, я думаю, вам это не ахти. Так, уже я протер, и что хочу сказать, что все-таки, если вот сравнить, да, то именно с оливкой дольше впитывается, чем с этим. С этим как-то быстрее я размазал, быстрее как-то впиталась. Но опять же, эти лосьоны для тела подходят более для сухой кожи. Если у вас жирная кожа, даже не стоит их себе приобретать. По поводу аромата. Очень вкусный аромат, вообще, просто такой вот прям сладкий. Для меня он какой-то вот сладкий парфюмированный аромат. И это какой-то такой, есть и свежесть, и сладость, и пряность. Но очень такой прям вкусный-вкусный. И если вот сравнить ароматы, вот, допустим, уже с оливкой на руке я аромата вообще не слышу. Уже никакого. А с этого еще слышу. Но если сравнить с оливкой и вот эти синенькие, да, именно, то мне как-то вот больше. Ну, мне и тут аромат очень нравится, зеленый, но вот этот. Я вообще в восторге. Ну, то, что я просто люблю сладкие и пряные ароматы, то для меня это вообще просто восторг, бомба.
Вот, я бы сам бы мазался. Ну, я бы себе такой бы не приобретал бы, потому что у меня не сухая кожа, и я не люблю лосьоны для тела, потому что их, вот, допустим, как этот, долго будет ну, имею в виду, что будет долго впитаться, вот, то я такое вот как-то нет. Да, кожа очень приятная, такая прям нежная, бархатная стала. Но я же говорю, что, ну, лосьоны это не мое. Так, следующее, что хочу вам показать. Также у меня, это была тоже хорошая акция в этом каталоге, также это идет у нас новинка этого каталога, это идут у нас средства для волос. Также была акция, если вы приобретаете что-нибудь с этих новинок 3 штуки, то каждый продукт будет идти по желтым ценникам. И за это и я приобрел, и у меня приобрели. Это у нас идет новинка. Так, сейчас покажу. Вот такая вот идет новинка. И серия у нас идет Висаг. Вот так вот называется. И сама по себе вот такая вот упаковочка. Это у нас идет именно кондиционер для волос с кератином и аргановым маслом. Здесь идет у нас 250 миллилитров, если не ошибаюсь. Да, правду говорю. Вот, очень, конечно, красивое оформление, и плюс изготовитель идет у нас Болгария. Очень красивое, конечно, оформление. Также вот такой вот здесь идет крышечка, такая вот интересная. Открываем, также она идет такого вот именно белого цвета. И аромат. Ну, аромат очень вкусно пахнет, как всех серий, где находится аргановое масло, вот именно вот так вот пахнет. Также вкусно, какой-то вот именно шоколадка, и вот что-то такого рода, как-то карамель, шоколад, что-то такого вот рода он пахнет. Очень вкусный, приятный, сладковатый, карамельный, шоколадный аромат. Так что очень, конечно же, круто. Так что у меня приобрели кондиционер. Также у меня приобрели, это у нас идет такая же самая, это идет у нас шампунь, также 250 миллилитров. И каждый кондиционер, каждый шампунь шел по 250 миллилитров всего лишь по акции за 70 гривен. В новом каталоге будет стоить 89 гривен, так что присмотритесь, если хотите новинки, то лучше брать в этом каталоге по акции. Так, здесь также я вижу, что шампунь идет именно такая вот именно кремообразная. Вот, и белого цвета, непрозрачный. И аромат. Аромат такой же самый, как и кондиционера. Только что хочу сказать, что в шампуне аромат более не такой навязчивый, как в кондиционере. В кондиционере более насыщенный аромат, чем в шампуне. И также еще плюс такую же самую шампунь и приобрел я себе. Так что я ее пока поставлю вот сюда. Такая же самая. Я кондиционер себе не приобретал, только взял себе шампунь. Еще одну шампунь я взял. Так, и вот эта шампунь у нас идет для поврежденных волос. И потому что я тут рассказывал и не рассказал до конца. Следующая шампунь, которая шла в новинке. Это уже такая идет именно вот в красном цвете. Это шампунь у нас идет для окрашенных волос. Также 250 миллилитров. Также вот такой вот и здесь идет колпачок. И понятно, что где-то на складу где-то там стояла, пылью немножко припала. Ну, как часто бывает такие продукты, бывают в таких вот вариантах. Также идет именно кремообразной консистенции и белого цвета. И сейчас аромат. Ну, вот здесь аромат прям такой прям цветочный. Такой прям цветочный, свежий, ненавязчивый аромат. Так что я это все решил взять на пробу. Но опять же, у меня не крашеные волосы, так что я даже такие вот продукты беру для работы. Вот, потому что такого никогда не будет мало. Вот. А еще когда новинка, почему бы не попробовать такую вот новинку? Так, следующий шампунь, который я приобрел, также это у нас идет такая вот, это уже идет у нас зеленого цвета, также идет у нас 50 миллилитров, и это у нас идет шампунь для повседневного ухода за волосами. Короче, этой шампунью можно мыть голову каждый день. О, также тут здесь тоже такой вот идет у нас крышечка, открываем.
Также такая же самая консистенция, как всех остальных шампуней. Так, и аромат. Ой, ну здесь уже такая прям вот именно зеленью, и такой прям вкусной зеленью. С какой-то вот сладостью. Очень так вкусно пахнет, даже мог бы сказать, что даже более как-то вот напоминает мне какую-то вот профессиональную косметику. Именно пахнет этот шампунь. Так что, такие вот интересные новинки, это, конечно же, интересно попробовать. И также еще у меня приобрели из этих же новинок. Это также идет у нас маска для волос. Опять же, для поврежденных волос. Каротин и аргановое масло. Вот такая вот маска. Здесь идет у нас 50 мл в этой маске. Вот, кажу 50, 500 мл. Хотела сказать 500, а сказала 50, наверное, да? Ну, как всегда, Игорь может. И что хочу сказать, что также говорят, что будут волосы очень именно иметь красивый блеск на волосах. И также будут гладкие, шелковистые и не будет посеченных волос. Так что дай бог, чтобы это было правда, но так как новинка. Вот еще никто не знает, как и что, так что надеемся, что понравится и с огромным удовольствием будут приобретать. Еще плюс и такая вот большая банка, 500 мл, хватит надолго. И когда мы открываем, здесь идет у нас защитная крышка. Сейчас я открою крышку, попробую открыть, чтобы весь не быть в маске. Вот, и сама по себе вот такая вот идет маска. Также маска идет такая вот именно, ну... Даже густоватая. Сейчас я попробую. Господи, главное не вывернуть. Если было бы мое, еще бы ничего страшного. Так что по себе она такая вот идет именно средняя консистенция. Не такая уж прям сильно густая. Вот, потому что если вот переворачиваю, она начинает куда-то бежать. Так что такая вот прям, мне кажется, что она такая более не тяжелая, более легкая будет распределяться по волосам и не будет очень сильно утяжелять волосы. Так, и... Аромат такой же самой серии, как и шампуня и кондиционера. И здесь также очень пахнет очень хорошо, как в аромате в кондиционере. Более такой вот прям именно действительно насыщенный аромат. Потому что в шампуне не такой прям насыщенный аромат. Вот, так что вот такое-то дело. Такая вот масочка. Сейчас я протру, потому что... Открыл, а теперь закрыть нужно. Вот, так что вот такая вот маска. Так что я же говорю, что вот такая вот серия вообще просто супер. А маска стоила по желтым ценникам 150 гривен. Так что не очень так еще и дорого. Так что это круто. Следующее, что у меня приобрели, также у меня клиентка приобрела. Это два мыла. Она очень таки любит мыло. Она постоянно приобретает, когда заканчивается. И этот раз у нее вот закончилось мыло. И такими мылами пользуются дети ее. Вот, и этот раз она решила взять. Это у нас идет мыло именно из серы. Вот такая. Здесь идет у нас в упаковке 100 грамм. Вот. Ну, аромат, хочу сказать, конечно же, такой прям насыщенный. Сам по себе такой вот именно желтого цвета. Такое вот оформление. Но аромат... такой на любителя, потому что, ну, вот как-то он мне более как-то и лекарствами, и какими-то цветами, еще чем-то, ну, как-то вот такое вот двуякое состояние, и не могу сказать, что очень сильно пахнет, и не могу сказать, что очень вкусно пахнет, так что какой-то вот именно средний аромат, но опять, я же говорю, на любителя, ну, допустим, я себе бы именно из серой, мыло бы такого бы не взял. Ну, любят такие мыло, пользуются, остаются в восторге. Так что тут уже, как всегда, на вкус и цвет. Следующее также мыло у меня приобрели. Это у нас идет уже мыло с чайным деревом. Вот такое вот у нас идет. Также такое самое оформление. Также 100 грамм. И само по себе оно идет такого вот именно белого цвета. Также оформление... Хорошее, ну, красивое в мыле. И аромат опять. Я не люблю продукты именно с чайным деревом. То и здесь именно действительно пахнет чайным деревом. Так что даже и не хочу нюхать. О, так что я же говорю, любят эти мыла и постоянно берут. И также еще у меня приобрели, хорошая была акция. Если вы в каталоге приобретаете на сумму 77 гривен 70 копеек, вы можете приобрести...
мыло твердое из серии Италия. Там было три вида мыла всего лишь за 39 гривен. Очень хорошее предложение. Вот, и это получается вот такая вот в каталоге идет у нас акция. Вот, и у меня приобрели только, и у меня приобретали только жасмин, и приобретали у меня этот, скажите, господи, гранат, господи, а вот именно шоколад с апельсином у меня не приобрели. Что-то побоялись, что будет очень сладкий. Хотя я очень мне нравится этот аромат апельсин с шоколадом. Я вообще тащусь от этого аромата. Но опять в каждого свои разные вкусы. Тут уже по-другому никак. И за это у меня приобрели три мыла одной же серии. Это идет у нас, давайте я, наверное, так сразу поставлю. Так, это у нас мыло идет именно жасмин и нероли. Вот таких вот меня приобрели одинаковых три штучки, и плюс по такой хорошей цене всего лишь за 39 гривен, почему бы не приобрести, да? Вот, также очень красивое здесь оформление. Также, когда открывается, вот здесь такой вот цимплик, и мы его вытягиваем. Вот, так, главное, чтобы цимплик не оторвать, а то ж не мое. Так, и вот так он открывается. Также здесь у нас и мыло запечатанное в слюду, так что можно руками спокойно трогать, но здесь слюда, так что ничего туда не попадет. По поводу аромата. Очень, кстати, вкусно пахнет. Хотя я жасмин не очень тащусь от жасмина, так что как-то вот именно жасмин с нероли, как-то вот очень приятный, такой вот прям вкусноватый аромат и очень приятный аромат. Так что ничего, хорошие. И сами по себе мыло действительно очень-очень достойные. И здесь идет у нас 150 вроде грамм, если не ошибаюсь, потому что я уже не помню. А чтобы еще было бы где видно, что сколько здесь грамм, было бы супер. Здесь прям загадка. Здесь идет, а сейчас я, наверное, здесь посмотрю в каталоге. Да, я не ошибаюсь, 150 грамм. Потому что на упаковке я вообще не вижу. Вообще нигде не пишется, где, что. И также у нас изготовитель идет Турция. Так, и еще три мыла приобрели. Также это у нас идет уже именно из граната. Также с этой же самой серии. Даже, наверное, как-то вот будет. Будет видно, не будет. Наверное, я все-таки немножко отъеду, чтобы было больше, лучше все видно. Вот. И также таких вот три мыла. Вот. Даже более вот так поставлю. И вот третье такое вот. Также такая же самая упаковка. Давайте, наверное, вот эту я все-таки возьму. Будет больше она как-то вот открытый, чем тут. И также, когда мы тянем, и мы открываем. Там было мыло белого цвета, здесь идет такого вот именно коричневого цвета. Такой вот приятный, молочный, какой-то вот кофейный цвет. Также запечатанные в слюду мыло. Вот, и также очень такой вот прям вкусный, приятный аромат. Также вот именно каким-то вот компотом, таким вот сладким-сладким компотом пахнет. Ну, и сразу прямо как-то вот захотелось и компота с вышнями, с малиной, какой-то вот именно ассорти компота. Вообще такой вот прям вкусный-вкусный, свежий какой-то вот аромат. Еще туда еще в компот добавить мятки. Ой, капец. Вот что ассоциация идет с ароматами. Вот так нанюхался вот всякого такого. И сразу уже хочется что-то быстренько, что-то похожее уже попить. Ну, бывает такое. И также пришло мне в подарок, но опять же там и шла какая-то вот именно, у них всегда бывают какие-то вот мини-подарки, и этот мне крем для тела, и для лица, для тела, увлажняющий именно из масла чайного дерева, и софт, и это у нас идет серия Бэбак, изготовитель Турция, пришло мне всего лишь за 15 гривен. Очень, ну, это можно сказать, что подарок. Очень хорошее, конечно же, предложение. Спасибо большое. А, нет, не то.
Там, если вы делаете, все, я вспомнил, что это за подарок, типа по такой цене. Это если вы делаете первый заказ на сумму 30 баллов, тогда вам приходит в подарок крем для тела с чайного дерева Бебак. Если вы второй раз заказ делаете на 30 баллов, там вам приходит... Вот, боже, я уже не помню, что там... Ну, там три раза по 30 баллов, и каждый раз что-то приходит. Я уже, честно, не помню, потому что я этим... Ну, почему я так и не запоминаю, не интересуюсь, потому что я знаю, что я один раз это делаю. Плюс у меня моих консультантов, которые были подписаны под меня, уже давным-давно нету никого. Никто у меня ничего не спрашивает, никому ничего не нужно. И за это как-то вот я только, как говорится, за себя. Вот, если оно мне не надо, то я вот это и как-то вот и не беру близко к голове. И раз вот получил, то слава богу, на этом спасибо. Так что сам по себе, вот именно крема Бебак действительно очень хорошая. Здесь они всегда запечатаны в фольгу. Вот, ну, вот этот крем у меня пойдет на продажу, потому что я не пользуюсь, опять же, еще раз повторю, крема для тела, ну, для лица, для меня это слишком большая банка, и плюс с чайным деревом я не люблю продукты, так что пойдет, конечно же, такой вот крем на продажу. Так что все, мои хорошие, вот такой был у меня небольшой заказ из компании Unice Multibrand по 13 каталогу. Надеюсь, было интересно, полезное что-то. И как всегда, до новых встреч. Пока-пока. И как всегда, целую и люблю. Ваш Игорь.